День военного связиста специальное подразделение Ульяновской десантно-штурмовой бригады встречает в поле. На полигоне Поливна развернулись тактические занятия с использованием новейших образцов мобильных средств связи. Личный состав роты в онлайн-режиме демонстрирует навыки по оперативному развертыванию станции спутниковой связи. Это новая военная интернет-технология, которая на профессиональном языке носит название МТ-ШРД, то есть многофункциональный терминал широкого действия. Попросту говоря, это военный Wi-Fi. С помощью него теперь вместо привычных голосовых звонков можно организовывать видеоконференц-связь для работы с вышестоящими штабами. Основной принцип работы заключается в передаче высокоскоростного спутникового канала на конечную станцию в любой точке мира без каких-либо проводов и в абсолютно любых полевых условиях. Конкретно с появлением этой технологии время развертывания данной станции и готовность для работы должностных лиц, мест их для работы, уменьшилось в разы. То есть теперь военнослужащие не тратят своего времени на развертывание полевых линий связи, попросту называем полевки. На основе многофункционального терминала в полевых условиях работает сразу несколько боевых машин. К примеру, станция спутниковой связи Р-439 ОД «Космос» размещена на базе КАМАЗа и обеспечивает связь через спутниковые ретрансляторы. Буквально 4 года назад была станция спутниковой связи Р-441Л на базе ГАЗ-3308. Станция работала на такие же спутники, на такие же борта, но обеспечивала максимальную связь. Скорость связи 4,8 килобит в секунду. Данная станция спутниковой связи Р-439ОД обеспечит магистральный канал со скоростью 2048 килобит в секунду. Станция «Космос» может работать как в одиночном порядке, так и совместно с другой станцией П-240ДА. Работу внутри этих машин нашей съемочной группе продемонстрировал один из старших механиков-телефонистов роты. Сейчас мы связались. Частота мегагерц у нас 265 мегагерц. Связь установлена, есть программное обеспечение ELK-терминал для проверки работоспособности аппаратуры. Командой PING мы набираем IP-адреса машины, с которой мы работаем. Дальше начинается непосредственно процесс видеоконференции. Таким образом, бригада может соединяться со всеми военными структурами Российской Федерации. Связь подобна работе Skype, только вот сигнал имеет гарантированную стойкость, поэтому диалог взломать и рассекретить невозможно. Одновременно включиться в сеть могут до 100 абонентов. Отличная возможность для командира бригады, чтобы собрать всех своих подчиненных в одну видеоконференцию. В неполевых условиях видеосвязь не имеет лимита на количество участников беседы. Прямо сейчас я нахожусь на мобильном пункте управления должностных лиц 31-й бригады ВДВ. Скорость передачи видеосообщения 2 мегабита в секунду. Проверка связи. Как меня видно и слышно? Начальник радиостанции Гвальма Сентименцев. Слышу, разбираю вас хорошо. Картинка устойчива. На качество звука и изображения не повлияет даже радиационные или химические атаки. В кузове машин располагается специальная фильтровентиляционная установка, за счет чего в пункте связи создается область повышенного давления, что не позволяет пробраться воздуху извне. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.